Спасибо за игру. Ну, спасибо. Не показалось вам, что слишком быстро? Какие ваши эмоции? Да нет. На самом деле эмоции положительные. Мы в первую очередь смотрели на себя, как мы играем. У нас были свои задачи на этот матч. И, как мне кажется, мы сегодня большинство из них выполнили. Ну да, вот есть что отметить. Даже вот на вопрос такой наш стандартный достаточно против, что самое сложное соперник показал. Вот есть на этот вопрос ответ сегодня? Ну, наверное, нет пока, потому что мы, может, ждали чуть больше их сильную сторону подачи в этом зале, потому что зал это действительно немножко специфично, скажем так. Наверное, чуть больше подачи ожидали, что она полетит, она будет сильная, она будет там, не знаю, максимально планировать везде и всюду. Но в итоге вроде полетела у вас, как вы оцените? Да, слушайте, ну, на удивление, да. Это, наверное, говорит больше о нашей концентрации, в первую очередь. На протяжении всех трех партий мы довольно-таки неплохо, мне кажется, подавали. Особенно, наверное, Мишу Лабинского стоит выделить. Он во второй партии вообще какой-то кураж поймал, как мы это говорим. Поэтому подача, да, сегодня была неплохая. С победой, поздравляем. Спасибо. Спасибо большое.